мой один товарищ купил однажды зажигалку Давидов. Крутая зажигалка для сигар. 700 баксов. Пришел, позолочено, на стол положил. Я говорю, ну, ясно, говорю, на 5 штук попал. Я говорю, да нет, ты что, это зажигалка, говорит, ну, а, супер дорогая, говорит, 700 баксов я купил, говорит, какие 5 штук? Я говорю, я об этом и говорю, купил ты за 700, но ну, это тебе выйдет в 5 штук. Да нет, как оно мне может выйти? У зажигалки ноль стоимость владения. Я говорю, да, у зажигалки ноль стоимость владения. Но ты ее купил не для того, чтобы огонь извлекать. Ты же ее купил для того, чтобы вот так ложить на стол перед кентами. Согласен? Согласен. Хорошо. Значит, ты должен что-то теперь поджигать. Ты же должен поджигать сигару, а он сигары курит. Ты должен поджигать сигару же при кентах. Иначе ты просто положишь, не подожгешь. Это что, просто понты? А здесь ты как будто бы ее купил как зажигалку. Поджигаешь, хорошо. Ты при мне не будешь курить дешевые сигареты? Сигары. Ты же будешь при мне курить Давидов, там какие-нибудь там дорогие сигары. Согласен? Согласен. Сигары сколько стоят? Во-первых, их в Казахстане нет, ты их будешь заказывать в Америке, в Амазоне. Они стоят дорого там. 500 до 1000 баксов стоит там 3 штуки или 4, 4 штуки, по-моему, дорогие. Хорошо, дальше. Сигары же, они высыхают, значит, тебе нужен хумидор же. Хумидор это 2,5 минимум. Начинается от 2,5 до 5 тысяч баксов. Хумидор для хранения сигар с определенной влажностью, температурой. Так. Дальше. Для, чтобы сигары прикурить, нужен же катер. Катер тоже от 300 до 500 долларов. Катер. Так. Дальше. Ты вот это все покупаешь. Это же доставка. Дальше. Когда ты это все куришь, ты же не будешь сухую. Ты же обязательно закажешь коньячок, либо вискарь. Так? А я закажу в это время чай, причем ягодный. Ну, ты каждый раз при встрече со мной будешь попадать на вискарик, либо на коньяк. Так? Ну, так. Потому что Черчилль все показывают картинку, Черчилль макает сигару. Ты как можешь так не делать? Вот и вот, говорю, минимум 5 штук тебе вылезает эта зажигалка. Минимум. И это есть та невидимая цена владения, которую бедные люди не могут считать.